Приветствую с Мальты, бонжу! Сегодня я покажу вам жутковатое, но исторически значимое место. Мы отправляемся в катакомбы у деревушки Салина, недалеко от церкви Благовещения. Церковь датируется 1618 годом, а две боковые стены были пристроены через 150 лет, чтобы предотвратить разрушение основного здания. По субботам здесь до сих пор проходит католическая служба. Катакомбы Салина были обнаружены в 1721 году, когда местные крестьяне наткнулись на могилу со множеством скелетов, сложенных друг на друга. Напомню вам, что катакомбы – это подземный комплекс пещер, соединенных коридорами. В древности они использовались христианами для сакральных трапез и как места захоронений. Подземные храмы Салина, наряду с катакомбами святого Павла и святой Агаты в Рабате, свидетельствуют о том, что на Мальте в первом тысячелетии нашей эры проживала христианская община. Другим доказательством христианского происхождения могильников являются изображения крестов и пальмовых листьев на гробницах. Катакомбы Салини входят в список наследия Мальты и открыты для бесплатного посещения. На мой взгляд, они неплохо сохранились. Пробираться по темным коридорам с низкими потолками, мимо вырубленных в камне гробниц, вполне себе леденит кровь. Я прям почувствовала себя героиней ужастика. До сих пор под впечатлением. Сердечно ваша, Фицпатрик Наташа.